твоей жене говорю, ты зря мне этот сайт показала, потому что сейчас я буду там постоянно затариваться. Друзья, всем привет, приветствую вас на своем канале. Вы все прекрасно знаете, как я отношусь к покупкам для своего автомобиля. И в этот раз мне помогла моя любимая жена. Лежит вечером на диванчике и говорит, смотри, Ваня, что я нашла в Инстаграме, тебе это точно понравится. Я думаю, ну что там такое уже в ее Инстаграме. Смотрю и говорю, я это закажу. И естественно, я это заказал и купил. Представляю вашему вниманию. Ба-бам! Она прекрасно знает, как я люблю порядок и чистоту в машине. И вот эта штука мне вызвала восторг. Я, конечно, сразу изучил, посмотрел, что за оно, какие отзывы. Отзывы оказались весьма положительные. Такое ощущение, что оно сделано именно для Geely Atlas. Потому что, смотрите, полочка наша открывается отдельно и не мешает. Здесь тоже открывается и ничего не мешает. И я сложил туда все свое богатство. Пожалуйста, всю химию, все, что можно здесь сложить. Здесь тоже, пожалуйста, отсек большой. Кстати, почему я выбрал именно эту модель? Она побольше немного. По-моему, это максимальная. Вообще, они есть разных размеров у ребят. Есть М-ка, по-моему, она где-то вот такого размера. Ну, по-моему, я на сайте смотрел, все там сантиметрами указано. М-ка, точнее, С-ка. С-ка самая небольшая, потом идет М-ка. И Л-ка самая большая. По-моему, я взял Л-ку самую большую. Или М-ку. Ну, точно не помню. Если кому-то будет интересно, я свои размеры эти замерю. Но смысл того, что по высоте и по вот этой ширине они все одинаковые. Отличается только именно длина. А вот эта внутренняя часть, она уже комбинируется, как вам больше хочется. Хотите вы вот эту часть, сейчас я тут немножко сейчас поставлю так, чтобы вам просто чтобы вам показать. Вот эта часть, она переставляется. Хотите сюда поставьте, хотите подольше. Я еще хочу опять съездить к ребятам и узнать, могу ли я докупить еще одну вот эту перегородочку. Я бы ее, допустим, поставил вот сюда, чтобы у меня было три отделения, допустим, понимаете? Вот здесь у меня было бы отделение под химию мою. Здесь отделение, допустим, чтобы я мог положить там, допустим, аптечку, еще что-то. И третье отделение, чтобы я на зиму мог поставить, допустим, банку с омывайкой, чтобы она у меня не бегала, не валялась по всему багажнику, правильно, да? И вот здесь уже, допустим, вода, все какие-то такие вещи. И все, раз, здесь оно закрывается полностью на магнитах. Еще я, кстати, конечно, посмотрел, что вот эту часть можно сделать индивидуально. Можно здесь эмблемку сделать, Geely, допустим, Opel. Там, допустим, Ford, Mercedes, BMW, любой шильдик. Также можно вообще индивидуально. Вот сейчас я сам себе думаю, может, мне надо было здесь набить YouTube Иван Скачков, а? Прикольно бы было. Также и вы можете сделать, конечно, индивидуально. А у них товара там для машин куча. Я еще себе из такого же материала насмотрел, но это уже, наверное, следующий мой заказ будет, под детское сиденье, вот сюда под сидушки, скажем так, из такого материала накидка полностью ложится, чтобы, допустим, детское сиденье не протирало сиденье, и там оно выходит за ноги, так заходит, чтобы ногами не били. И также для детей защита вот сюда на переднее сиденье сзади, чтобы дети ногами именно сиденье не отбивали. Короче, я своей жене говорю, ты зря мне этот сайт показала, потому что сейчас я буду там постоянно затариваться. Еще всякие чехлы для документов с номером машины. Смотрится отлично, классно. Ну, кто захочет, тот сам посмотрит. Я ссылку оставлю в описании под видео. Это не реклама. Сами понимаете, я когда доволен покупкой или еще чем-то, я всегда хочу с вами этим поделиться. Поэтому как-то так. Здесь вот, да, я еще... И смотрите, что у нас удобно, что вот, допустим, шторку я убрал эту, да, чем мне размер еще понравился. Шторку я убрал, вот она здесь у меня лежит, она не мешает, и также я спокойно могу эту часть открыть.
видите, что она полностью позволяет мне доступ. Здесь где-то достать это, еще что-то. И также вот эту перегородку я могу двигать. Я могу ее поставить ровно посередине. У меня будет два ровных отсека. Здесь отсек будет ровный и здесь ровный. Также можно в любое место комбинировать. Вы видите, все оно на липучках. Вот видите, эти липучки. Также они есть сверху. И вы можете вот эти штучки передвигать. Но, как я говорю, что я еще у ребят дозакажу вот эту вот внутреннюю перегородку сюда. Сюда вот еще, чтобы три раздела у меня было. Вы знаете, я люблю, когда у меня в багажнике порядок и сложено где-то в одном месте и полностью закрыто, и ничего не мешает. Еще что мне понравилось, то что внутри здесь очень плотный материал. И не то, что она из чего-то там сделана, и я думаю, что впоследствии оно помнется или еще что-то. Здесь, я не знаю, может даже пластик там внутри. Я не знаю, но оно все такое плотное и надежное, что однозначно прослужит не один год прослужит, а то и несколько машин. Может, поэтому я даже и не захотел здесь вот набивать Geely, допустим, под конкретную марку делать, потому что возможно, что мне еще хватит оно и на следующую машину. Смотрится оно очень органично в машине. Если кто-то говорит, вот в дорогу или еще что-то, надо будет разобрать. Разбирается он вообще в 3 секунды. Полностью все раскладывается, все убирается и слаживается. Получается вот такая вот стопочка просто-напросто этих всех панелек. Огонь, огонь! Может, у кого-то уже есть такой органайзер, но я, допустим, еще ни у кого у своих знакомых таких органайзеров не видел. Мне очень понравился такой органайзер. В машине сейчас чистота, порядок, красота. Цвет насыщенный, это сам. Еще, знаете, я видел, здесь вот есть, ну, мало ли, кто-то хочет под цвет машины, да, у некоторых, допустим, Geely Atlas красного цвета, еще что-то, серый. Вот эту окантовку можно заказать любого цвета. Я решил все в черный тон сделать, да, потому что, вы видите, у меня все в черных тонах, я решил сделать это черным. А можно выбрать еще у них вот это красный, синий окантовку, ромбик может быть красным, синим. Короче, настолько индивидуально все может быть, что, ну, на любой вкус и цвет. А также здесь вот оно очень хорошо крепится за счет того, что... Давайте я вам, наверное, покажу. За счет того, что снизу также у нас есть липучки. Видите? Также липучки у нас есть, которые приклеиваются. Даже если у вас просто здесь этот самый простой материал, не коврик, как у меня, то оно все прилипает. Хотя я уже как положил, у меня к этому вот оно не особо липнет, но оно стоит четко. Я уже катался с ним, и никуда он даже ни грамма не двинулся. Но смотрится вообще огонь, мне кажется. Идеально. Красота и порядок. Такие эмоции от моей покупки. Кто захочет посмотреть, потому что там товара очень много, я думаю, что еще буду заказывать. Также в следующем видео, чтобы уже сейчас вам не показывать, я купил его в разобранном виде. Наверное, в следующем видео покажу, как его собираю полностью из этих всех частей, как он становится, как я его собираю. Ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем до новых встреч. Пока.